Методологический семинар по европейским рамкам квалификации для сферы туризма проходит в рамках грантового проекта Евросоюза. Лучшие специалисты этой отрасли из России, Киргизии, Латвии, Германии, Великобритании и Кипра обсудят возможность совершенствования качества образования в туризме и гостиничной сфере, повышения конкурентоспособности выпускников университетов и подготовку специалистов, которые будут развивать эту отрасль. Мы работаем уже давно по Болонскому процессу. У нас действительно большие наработки. Мы работаем тесно с вузами Европы, как старыми, да, так и новыми. И очень многое, что у нас получилось за последнее время, какие произошли изменения, какие новые интересные идеи, мы обычно всегда готовы делиться этим с нашими коллегами, с нашими партнерами, не только по проекту. У нас несколько проектов Erasmus Plus, только вот выиграно за последние, да, вот, 2 года. Сочинский государственный университет выбран площадкой для проведения семинара не случайно, ведь именно здесь велась подготовка и переобучение персонала, работающего в контактной зоне во время Олимпийских игр. Кроме того, именно этот сочинский вуз выпустил тысячную армию волонтеров, за что и был отмечен медалью почетной грамотой от имени президента страны. Сейчас Сочинский государственный университет готовит волонтеров и специалистов туриндустрии к чемпионату мира по футболу. Поэтому новые опыты и знания, полученные от зарубежных коллег, крайне необходимы. Цель проекта – это создание условий, неких рамок гармонизации профессиональных стандартов в области гостеприимства, стандартов, разработанных в Евросоюзе, и стандартов, которые разрабатываются и действуют на территории Восточной Европы, Российской Федерации, в Кыргызстане. Эксперты в области международной туристской индустрии пробудут в Сочи 2 дня. Помимо деловой части семинара, для них подготовлена и экскурсионная программа по Олимпийским и горнолыжным объектам, а также по ряду санаторных средств размещения. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.